Здравствуйте, это специальный видеоблог «Телесеть» о современных сериалах на современном ТВ. В зимнем сериальном слоте значится мелодрама под названием «Инструкции для женщин по разводу. История» некой писательницы, автора бестселлера про вязание супружеских уз, которая пользуется страшной популярностью среди обычных американских домохозяек. И пока те, одурманенные чтивом, пытаются применять описанные в книге правила в реальной жизни, жизнь самой писательницы катится под откос. Некогда идеальная семья трещит по швам из-за неверности мужа, писательница оказывается одна-одинешенька и начинает учиться жить заново. В общем, это история про то, что жизнь в 40 лет только начинается. Дай знать, когда решишь бросить своего козла. Твоя взяла, хочу мужика. Я давно ни с кем не была. Придется взять дело в свои руки. Ладно. Сериал придумала Марти Никсон, известная по своей работе над сериалом «Анатомия страсти». А в основу этого шоу легла серия книг некой американской писательницы Вики Айовен, книгами которой зачитываются практически все американские домохозяйки. Все нормально? Я эмоциональная изменщица, ужасная мать и лгунья. А так все чудесно. Ей хана. Тихими зимними вечерами лучше звоните Солу. На начало февраля намечена премьера нового сериала с таким названием. Это спин-офф, приквел или, если угодно, предыстория культового сериала «Во все тяжкие». Вернее сказать, предыстория одного из ключевых героев сериала «Во все тяжкие» – мелкого адвоката Сола Гудмана, показанная за 6 лет до того, как сам Гудман оказывается замешанным во все тяжкие. Разговоры про отдельный сериал, посвященный Солу Гудману, ходят последние уже года два. Делается сериал усилиями той же команды, которая произвела на свет «Во все тяжкие». Гудман, который влюбил в себя, большую часть поклонников «Во все тяжкие», потому что был очень добросовестным и наименее лицемерным, здесь будет делать все от себя возможное для того, чтобы дела его клиентов не доходили до суда. Такой вот маленький большой человек Сол Гудман. Звоните ему. Эта история разворачивается за 10 лет до событий сериала «Во все тяжкие», до знакомства Уолтера Уайта с Солом Гудманом. Начинал он другим человеком. Его зовут Джимми МакГилл. Как же он стал Солом Гудманом? Да, и почему? Почему? Какую такую проблему можно было решить, только став Солом Гудманом? На сегодня все. Вы смотрели специальный видеоблог «Телесеть», посвященный современным сериалам, которые делают современное телевидение гораздо лучше. Счастливо.